Вероника Борисова, и вы смотрите рубрику «Флэшбокс» на телеканале Russian Music Box. На днях состоялась премьера песни и клипа «Ты мое все» от исполнителей Бахти и Туркен. В ролике Бахтияр Алиев предстает в образе ковбоя, который приходит в салон и встречает там красавицу Туркен Салманова. Он садится за бар, но вскоре к нему подходят четверо мужчин. Один из них кладет револьвер перед героем, тем самым показывая, что вызывает на дуэль. Бахти принимает вызов, и они выходят из бара, наставляя друг на друга пистолеты. Но вдруг появляется очаровательная барменша с ружьем и убивает неприятеля. Необычный сюжет для любовной песни, согласитесь. Также напоминаем, что 13 октября в Вега-Сити-Холл у дуэта Бахти и Туркен состоится совместный концерт. В нем артисты исполнят свои лучшие песни и подарят вам отличное настроение. А пока на этом все. Не пропустите новинку в эфире Russian Music Box, а также подписывайтесь на...